Друзья, привет! Утро доброе! Сегодня мы находимся в поселке Соколиное, в гостевом домике, и я вам решил сделать обзорчик небольшой. Пока мы сейчас еще собираемся, Завтракать завтракаем, да. и отправляться в путь. Я вам быстро так пробежусь, покажу домик, дворик. Ну, собственно, приятного просмотра. Кому понравится, приезжайте. Ссылочка будет в описании. Доброе утро. Блинчики. Блинчики, сырнички. Сильный ветер, печечка, холодильник, столик. Выйдем с вами, посмотрим дворик, где мы делаем барбекюшки. Качеля, две беседочки, мангал, гамак и здесь бассейн. Посмотрите, гора Орлиный Залет, и на самых вершинах, на самой верхушке этой горы лежит снег. О, проснулись. Приятного аппетита. Спасибо. Блинчики с творогом. И с мясом. И с ливером. Ну что, кушаем, да, и отправляемся в поход. Так, ребят, здесь вот лесенка на второй этаж. Вот так вот. Давайте пройдем, покажу вам. Здесь туалет. Душевая кабинка, ну и раковина. Да, сынок. Третий этаж, мансарда. Ну, мы сюда заходить не будем, здесь тоже комнаты. Пойдем. Картина в японском стиле. Нравится? Да. А детям нравится. Так, давай свет включим. Как вам спалось? Вообще не спалось. Готовы идти в поход? Конечно. Покорить Большой каньон Крыма? Да. Хорошо. Там снизу вас ждут блинчики. Ага. Так, ну вот здесь наш номер. Все раскидано. Дети только проснулись, потому что мы заехали поздно ночью. Да, заряжаются камеры, штатив валяется, и вот открывается вот такой вид, друзья. Сказали нам, что здесь ветра очень редкое явление, и такой ветер, он сегодня нежданный, вид обалденный. Здесь вот балкончик, там тоже номер. Скажи по цене, какая цена комнаты? Комната 4000. Две комнаты, да, вот эти обошлись? 4000. Четырехместные. Это получается, сколько у нас человек? Пять взрослых. Пять взрослых и трое детей. Ну, вот так вот. Так вот. Большой компании. Как спалось? Вообще нормально. Свежак. Ну, брус вообще, да, для жизни, как бы, если вот так вот строить дом из бруса, сквозняки чувствуются. У нас продувают там конкретно сквознячочки. Ну, это ж должен дышать. А, да? Ты должен дышать. Спустимся с вами вниз, вот здесь вот кухня, а внизу у нас находится баня. Вот здесь парилочка, это сухая парилка, пахнет шишками. Ну, а здесь уже душевая кабинка, да, туалет, более. И столик. Пап, да ты посмотри, какая крутая ручка. Да. Стены, вот посмотрите, сделаны из камней, таких прям больших. Здесь телек стоит.
футбол можно посмотреть. И наша машинка вон на улице. Приезжайте к нам в Соколиное. Замечательное место. Райское. У подножия горы Бойко, у подножия Айпетри. Последний населенный пункт перед серпантином на Айпетри. В 70 метрах от реки Кокоска. Кокоска, кстати, переводится как голубоглазка. Река абсолютно прозрачная. Цвет воды определяется цветом водорослей. В разное время года водоросли меняют оттенок, и поэтому вода волшебные очень цвета приобретает. Мы окружены горами. Здесь Кокоска создает свой микроклимат, так как температура Кокоски круглогодична, около там 12-15 градусов. Она нам всегда зимой подогревает воздух, а летом охлаждает. Поэтому у нас очень комфортно. Летом море зелени, живете практически как в лесу, поэтому приезжайте, будем вам рады. А вот позади вид какой. Вид волшебный. Кстати говоря, красиво. Называется Орлиный залет. Орлиный залет называется, потому что видно левое крыло, правое крыло, а между ними крупная голова орла. Клювом влево. Если... Это вот мужики это? Обычно говорят, без 100 грамм орла не видим, но увидеть можно. Ну и вид с балкона вот там, получается, вот, прям на горы. Точно, вид с балкона на горы. И обрати внимание, ну вот между крыльев вот этих двух, да, между крыльев, вот крупная голова орла такая, клювом влево. Клюв такой мощный, крупный. Да, вот, вон он. В картинке да? Угадывается. Вот ровно между крыльями, видишь? Два, там полукруг дерево. Полукруг один, полукруг второй. Вот так. Подожди, а там сосны такие высокие? А, это нет, это снег лежит. Да, наверху еще есть снежочек. А такое впечатление, как будто, вот видите, он между этими крыльями, вон, лежит снег, и такое ощущение, как будто это, ну, прозрачное, там и сосны такие деревьями стоят. Да. Из-за снега, кажется, как будто там не снег, а небо, и сосны как будто высокие стоят. Тут еще очень интересно, на вот этом правом крыле, когда идет дождь, прямо посередине большие квадратные, очень напоминают ворота. Вот прям посередине вот этого крыла прямоугольник такой виден, как бы как большие квадратные ворота. Вообще как бы очень сказочный вид. Не хватает только Гэндальфа серого или белого. Вот так, друзья. Но мы отправляемся уже домой. Погостили у Дмитрия. Теперь надо ехать. Все, спасибо. Удачи. Счастливенько. И вам. Все, всем пока.